Одежду, хозинвентарь, мебель и даже арт-объекты можно сделать из мусора. Вариантов множество, но и процесс переработки долгий, сложный и далеко не дешевый. В мусорные контейнеры ежедневно поступают сотни килограмм смешанных отходов. Тут и пластик, и стекло, и ветошь, продукты питания и прочее сортируют этот мусорный винегрет вручную. В Ульяновске начал работать сортировочный цех в Красном Яре. В год его работники переработают 50 тысяч тонн твердых бытовых отходов. Среди них полиэтилен, картон, пластик, алюминий и стекло. У нас сертифицированный полигон на сегодняшний момент на территории Ульяновской области. У нас два крупных мусоросортировочных комплекса, поэтому мы, в принципе, полностью обеспечим те мощности, которые необходимы для сортировки того мусора, который находится в нашей зоне. В перспективе мы собираемся ставить еще одну сортировочную линию и внедрять новые методики утилизации мусора, которые современные, связанные с переработкой этого мусора. То есть в перспективе хотим, чтобы практически не было никаких отходов, и они не захоранились. Только хвосты, так называемые, небольшое количество мусора. К вопросу переработки мусора можно подойти творчески. Этим опытом приехали делиться коллеги из Екатеринбурга. Яна Турткова уже несколько лет сооснователь проекта «Музей мусора». Такое креативное пространство есть в нескольких городах – Москве, Челябинске и, соответственно, в Екатеринбурге. Сами идеологи называют свое место инфраструктурным хабом, поэтому оно объединяет в себе и образование, и экологию, и творчество. Вот мы как раз отличаемся тем, что у нас нет акций. Это непрерывное образование человека. Мы собираем больше 100 фракций на территории. Чисто, куда ты можешь прийти с семьей, как в музей. У нас люди празднуют среди точек сборов отходов дни рождения. У нас очень большой поток студентов. И каждая площадка в месяц примерно встречает 2000 школьников, а в выходные дни свои отходы совершенно бесплатно, чистые, приходят сдать от 11 до 20 тысяч человек. За круглым столом опытом делились и коллеги из Удмуртии. Сегодня они обрабатывают 390 тысяч тонн мусора в год, что составляет 57% отходов по Удмуртской республике. Сегодня в области перерабатывают около 60% отходов. Подобные круглые столы проводятся для уменьшения количества мусора в регионе. Светлана Карпухина, Даниил Сурков, Улправда ТВ.